Всем здравствуйте! На этот раз я буду шить чехол на телефон Xiaomi Redmi 3 Pro или S Pro. Размер у него идет 140 на 70. Задача, не имея телефона, шить на него чехол набрючный, который вешается на ремень. Чехол я буду шить немножко нестандартно, не так, как обычно я их делаю, а буду делать формовку. Приступим. В итоге получилась вот такая вот имитация телефона. В чем отличие от самого телефона по параметрам, по размерам? Телефон идет шириной 70, я сделал 75 заготовку. И длина телефона, точнее высота, 140, я сделал 145. Хотел сделать припуск побольше, сантиметр, но потом пересчитал, посмотрел на предыдущие чехлы, решил рискнуть и сделал 5 мм припуск. Итак, для обертывания я беру вот такую пищевую пленку. Почему именно пищевую? Она довольно-таки тонкая и складками не будет каких-нибудь неровностей не вызывать. Хотя можно обычный пакет взять, в принципе. Значение особо, я думаю, не будет играть. То есть основная задача здесь, ну, я больше ставлю как основной задачей, здесь не запачкать кожу тем же клеем, остатками и так далее. Сейчас приступлю к формованию. Итак, вот наша заготовка в пакете. Просто ее положу вот таким образом. Ну и сверху. Сверху накидываю кусок кожи. Здесь главное вымерить, чтобы под шов у нас кожа осталась. Вот он, кусочек кожи. Видно, под шов есть. Здесь кожа не закосяченная, все нормально. Возможно, я сейчас делаю не совсем экономически выгодно, правильно и так далее, что беру здесь, то есть и так далее, но не важно. Для того, чтобы кожу смочить, я буду использовать коньяк. Не думайте, я не долбанулся, я просто коньяк не пью. Сейчас водку, не коньяк, ничего такого из крепких напитков я не употребляю. Поэтому у меня стоит за ненадобностью, просто стоит, простаивает. Ну и приступаем к промачиванию кожи. Но пахнет приятно, кстати. Это не пропаганда, я пропагандирую сейчас только здоровый образ жизни. Кстати, ни разу даже этот коньяк не пробовал, поэтому сказать ничего не могу. В общем, мучился я с формовкой и решил сделать вот такую конструкцию. Весь металл, который у меня был, почти весь, гантели, здесь всякие железяки, я использовал в качестве пресса, утяжелителя. Короче, сейчас буду вскрывать эту конструкцию, уже простояла почти двое суток, ну, из-за работы, как бы не смог. Ух ты, блин, ни хрена себе! Извиняюсь. В общем, я взял куски линолеума для самой формы, то есть непосредственно для формы будущего чехла. А потом, чтобы края придавить, я взял также 4 куска, только вырезал уже форму внутри, грубо говоря. Ну и сделал припуски для слоя кожи. Кожа высохла, хоть и в пакете была, то есть через края, видать, вышел. Получилась вот такая вот штука. Смотрим. Интересно. Кожа такая плотненькая стала. Ну, в принципе. Вот наш телефон. Так, получилась вот такая вот форма. Снизу. Вот наш имитация телефончика. Как раз помещается. Кожа еще немного влажненькая. И
пахнет спиртом, ну, коньяком. Сейчас полежит, подсохнет, и дальше начну работать. В принципе, я знаю, что формуют с помощью там деревяшек, пресса и прочих там приблуд. Как говорится, деревяшками цепляет, надо, можно стяжками закрутить. Но я вот такой способ придумал. Просто у меня под рукой ничего больше не было. Грубо говоря, вот так эта конструкция выглядит без кожи. Все очень просто и доступно. Вот мои утяжелители. Так, ладно, не буду на это отвлекаться. Кстати, покажу свой рабочий стол. Не знаю, плохо видно, наверное. Вот сверху у меня по центру висит прожектор. Он выдает 200 ватт. Ну, вообще он диодный. Две диодные лампочки, эквивалент 100 ватт. Здесь есть у меня выключатель, чтобы выключать прожектор отдельной лампочки. Есть розетка. Эту розетку использую сейчас для зарядки телефонов, там, инструменты и прочее. Ну и зарядки аккумулятора под фотоаппарат. Так, ну как-то так. И есть крепеж под фотоаппарат. Попробую получше показать. Вот так вот. Вот оно, рабочее место. Здесь много-много бардака. Вот как так.
такой чехол. Он рассчитан под телефон габаритами 140 мм на 70 мм. Здесь реализованы такие нюансы, как прорезь, ну, чтобы легко было телефон вытаскивать, прорезь под пальцы. Плюс вставлены две пары магнитов. Перед этим было проверено, чтобы телефон не реагировал на эти магниты. Ну, то есть не включался, из-за этого телефон не разряжался. А дополнительно срезана кожа, чтобы телефон при доставании не упирался в торец кожи. То есть можно было срезать, приклеить, можно приклеить, срезать сверху, закрасить. Ну, я сделал по второму варианту. И, соответственно, габариты чехла немного больше, чем размер телефона. По ширине на 5 мм, высота 5 мм, по толщине миллиметра на 2-3. Ну, это сделано для того, чтобы телефон легко доставался. Под рукой у меня телефона с такими габаритами нет, этот чехол делался на заказ. Я, как видели, делал с формы, то есть делал формочку предварительно. Покажу на примере своего телефона, хотя пользоваться не совсем будет удобно таким чехлом под таким маленьким телефоном. Чехол вешается на ремень, то есть легко открывается клапан, телефон достается. Можно пользоваться. В принципе, все. Всем спасибо за внимание. До свидания.